аккордами знакомой песни приветствовал ветерана Великой Отечественной войны Ивановскую Нину Михайловну оркестр. Много трогательных слов благодарности и поздравлений прозвучало в ее адрес. Женщину, которая прошла все тяготы военного и послевоенного времени, до слез тронуло то, что современная молодежь понимает и ценит, чем пришлось пожертвовать ради победы. Спасибо вам большое, дай Бог вам здоровья, ребята, здоровья вам всем. Живите дружно все. Все будет хорошо, лишь не было войны. Видно эмоции ветеранов о том, что им очень приятно. То есть не просто там пришли, поздравили. Это тоже важно, очень важно. Но и когда к ним приходят, они удивляются о том, что прям целый оркестр пришел поздравить. Это, конечно же, дорогого стоит. Но еще дороже стоила сама победа. Война пришла неожиданно, обстрелом с воздуха. Деревня, где жила 13-летняя Нина, сильно пострадала. А школа, где училась девочка, была разрушена за считанные минуты. Когда немцы подходили к селу, она вместе со взрослыми рыла траншеи, чтобы вражеская техника не прошла. С 14 лет Нина шила форму для военных, голодала и, как и многие дети войны, не смогла окончить школу. Но все это было не напрасно. 9 мая – это праздник со слезами на глазах, но это слезы радости и счастья, потому что в 1945 году мы завоевали эту победу, и мы наследники этих победителей. Нам удостоена великая честь, мы можем еще видеть этих ветеранов. Сейчас Ивановской Нине Михайловне 90 лет, и в наших силах уделять ветеранам должное внимание и поддержку, чтобы такие люди как можно дольше оставались рядом.